самый прикол, знаете, в чем? То, что я хожу по территории стадиона РЖД Арена, да, команды Локомотив, в пакете с кружкой с логотипом ЦСКА. Я боюсь, болельщики команды Локомотив меня бы не поняли вообще. Ну, просто так получилось, что младший сын у меня болеет за команду Локомотив, а старший сын болеет за команду ЦСКА. Вот так вот. Старшему сыну кружка, которую мы привозили из Москвы уже в позапрошлом году с логотипом ЦСКА, с их эмблемой. И он ее разбил случайно, очень жалел об этом, поэтому заказ был привезти кружку. А младшему просто фотографии, либо видео, что я была на этом стадионе. И вот параллельно его и засняла. Вот так вот.